По данным Росреестра, в прошлом году более 240 тысяч курян подали заявление на государственную регистрацию прав. 40% из них – на жилье. Люди готовы брать ипотеку, но многих не устраивают трудности в оформлении документов. Технические и юридические ошибки в договорах о купле-продаже по вине банков добавляют нервотрепки и отнимают у курян много времени. Представители Росреестра обратились к кредитным организациям с просьбой быть внимательными и уважать клиентов. Цель этих рабочих встреч для того, чтобы минимизировать неудобства заявителей, повысить качество услуг, которые оказывает Росреестр. И если мы говорим о договорах купли-продажи, то в данном случае жители нашего региона, как правило, хотят купить жилье получше, поменять на более просторное, более удобное. И в этом случае не всегда хватает собственных денежных средств. И требуется привлечение заемных средств, то есть кредитных.